Работники Рижской неотложной помощи получили сегодня в дар от американской стороны новые помещения, специализированную крытую стоянку для транспорта и 132 защитные маски для использования в чрезвычайных ситуациях. Репортаж Ирины Суворовой, Пилани. Основная часть подарков, а именно отреставрированные помещения для работников скорой и стоянку для машин, получили медики подстанции КРАС неотложной скорой помощи. Эта подстанция обслуживает Юрмалу, Саласпилс, Балдоны и Рижский район Кенгаракс. 11 бригад работают круглосуточно и совершают более 130 вызовов в сутки. Для нас, говорят медики, это огромный подарок, ведь 30 лет существования КРАС с персоналу между вызовами не негде было толком отдохнуть, поесть или умыться. Теперь бригады могут заполнять документацию, необходимую в специально отведенной для этого комнате. Раньше это делалось в комнате отдыха. То есть, если одна бригада отдыхает, другая в это время заполняет карточки на компьютере. То есть, это включен свет, полноценного отдыха не получается между вызовами. И так как на этот полноценный отдых у нас уходит 15-20 минут между вызовами, то это очень важно. В этих помещениях, которые, кстати, в 6 раз больше прежних, для медиков созданы все условия. Повезло, если можно так выразиться, и спецтранспорту, который раньше стоял под открытым небом, и там же реанимационная аппаратура подзаряжалась электричеством. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, насколько это опасно. Американская сторона готова продолжать сотрудничество. Надеются на это и латвийские медики. В Риге сейчас, если говорим о Риге, то у нас две большие подстанции, так называемые, в Пурцемсе и в Иманте, которые тоже выстроены в прошлом столетии, скажем так. И они тоже очень требуют реконструкции. Но если новые помещения достались под станции КРАСТ, то дар от военных США будет поделен между всеми рижскими бригадами скорых. Это 132 защитные маски. Как поясняют специалисты, это особенно ценный дар, так как военная медицина в плане защитных средств, конечно, впереди медицины гражданской, а ситуации и в мирной жизни бывают разные. В прошлом году у нас было где-то 3 ситуации, что надо было. Одна была связана с такой ситуацией, что на порту было там одно такое химическое, такой action, как сказать, да. Они современные, там фильтры есть, но и она легкая в том смысле, что можно быстро положить, снять. Поблагодарив военных за защитные средства, латвийские медики выразили надежду, что пользоваться супермасками им все же не придется. Елена Суворова, Пилыня, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.